До Дня міста ми опитали місцевих мешканців, яке місце найулюбленіше у Дніпрі саме для них. Тож, які місця дніпрянам по душі у наступному соціальному опитуванні. Очень люблю набережную. У нас просто самая замечательная, красивая набережная. Место, где погулять, место, где присесть. Фонтанчики. Очень замечательно. Екатеринославская площадь. Самое мое любимое место. Красиво. Там просто красиво. Обалденно. Там и водичка, и ну, все так уютно, все красиво. Кафешечки. Все просто замечательно. Мне нравится Екатеринославский бульвар, потому что там можно прогуляться вечером. И там перекусить. Вы знаете, я живу за городом, в частном доме, поселок Ясный. Там очень красиво. Вы не представляете, какая там природа. Чем-то напоминает Западную Украину, Карпаты. Также горы, посадки, лесопосадки. Наверное, набережная, потому что здесь открытая местность, много зелени, свежий воздух и есть вода, как говорится. Не море, конечно, но Екатеринославский бульвар мне очень нравится. Там все очень красиво устроено, освещается. Да, он, конечно, небольшой, но как бы приятно смотреть, приятно гулять с детками и просто так взрослыми. Наша набережная Сечеславская. Я здесь живу рядом. Парк Шевченко. Комсомольский остров. Вот а что вам подобается? Чему? Ну как? Я здесь с молодых лет. Я здесь училась, родилась, жила, живу. Конечно, это все мое родное.